Стихотворение называется «Полный назад». Постепенно и незаметно все теряем завоевание. От богатства есть грошек медный, от свободы одно название. Для чего за нее умирали и сражались в жарком пылу? Мы как будто участвуем в ралли, рвемся в лагерную кабалу. Улыбается из-под усов тот тиран, что не был живым. Он людей превращал в псов их инстинктом сторожевым. Был плебей, что правил Берлином и считал себя белой костью. Он шагает дорогой длинной в двери ада, домой, не в гости. Этих монстров любил народ, воплощая бред их теорий. Это камень в наш огород, а не просто экскурс в историю. Но напрасно и Гитлер, и Сталин врут, что люди подлые и гадкие. Серой массой считаться устали, мы же люди, не сельди в катке. Хоть насильник герой наших дней, а расправы привычные нравы, пусть окажемся мы умней, пусть тираны не будут правы, мы не быдло, не мусор, пасти нас железным жезлом не стоит. Бог, за жизнь на коленях прости, доведется, умрем стоя.